Владивосток, 11 мая 2023 года. А это территория отеля. Растут деревца, елочки. Вот такой вот здесь свет, столбики. Парковка. Цветочки какие-то. Небольшой скверик с лавочками. Там лавочки. Здесь вокзальчик, экскурсии морские. Корабельная набережная. Там стоит красный вымпел, музей. Садовник ходит, поливают растения, наверное. Здесь вот тоже лавочки. Плещутся волны. Военные корабли тут стоят Тихоокеанского флота. Вот от этого пирса отходят катера экскурсионные. И в ту сторону направляются.
На той стороне мыс Чуркин. Вон в том направлении находится приморская сцена Мариинского театра. Золотой мост. Чайки кричат. Здесь есть 4 пирса. И вот такая прогулочная зона. А вот здесь сам отель. Освещение здесь, вот такие столбики стоят. На пирсы пройти нельзя. Здесь цепочка натянута. Музыка у охранника играет. Там наверху сопка «Орлиное гнездо». Погода сегодня хорошая. Здесь такая площадка, стоит 4 лавки и бинокль там. Там вдалеке крестовая сопка на Эгершельде. Ветерок, ветерок дует. Так, этот бинокль бесплатный или платный? Вроде бесплатный. О, здесь даже видно все.
ветрено здесь. Море рядом. Ветер. Такие пирсы здесь. Вон там сопка-бурачка. С этой точки виден Владивостокский цирк. Вон он там. Чуть выше, где сдвоенные высотки, это у нас проспект Красоты. А на сопке Орлиное гнездо, стройка музейно-театрального комплекса. Машины по мосту. Катера в бухте Золотой Рог. Плавучий кран так аккуратно под мостом проходит.